Ты блестяшь, блестяще. А можно мишуру зеленую, красную? Вот так вот у нас тут украсили. Дома мы почти все украсили, теперь идем на улицу вешать гирлянду на дом. Переживаю, что завтра наших украшений, нашей елки уже не будет из-за вот этих пушистых четырехлапых, которым все нужно погрызть, потрогать и снести. Мяу. Еще надо спустить, чтобы болталось. Да? Да. Та-дам! Юджин, ну, не мешай. Мама, Наташа придет сделать, если что-то. Мама,
мама. Лошадь сейчас в воду всосет. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Бабуля делает салаты, делает горячее. Мы с Сашей пойдем топить баню. На улице у нас сегодня холодно, минус 11. И еще надо будет покормить птичек сегодня. Все, ждем птичек. А вон они. Они ждут, пока мы отойдем. Да, они даже далеко не отлетели. Давай не делай, я не могу. Мы решили в этом году еще покататься на горках. Взяли с собой тюбинги. Здесь уже никого нету. Потому что все готовятся к Новому году.
Гора большая, подниматься тяжело. Я устал. Первый пошел. Ханги, вари, мать. Ну, блин, давай, погнали. Ё-моё, ё-моё. Вот это страшно. Недалеко докатился. Ну все, теперь качусь я. О, немножко страшно. Опасно, ребят. Мы чуть не сломали себе шею. Ох, я больше не поеду. Это опасно. Ё-моё! Ой, смотри, выстоял. И прямо сюда, прямо как бы. Привет! Капец там помотало. Опять молча едет. Я помог! Нормально ты. Мы два раза с Сашей скатились с паровозиком. Радик скатился несколько раз, и сейчас Радик с Сашей еще поедут вместе. Сейчас посмотрим, как они покатятся. Вот это скорость, конечно. Вот это прикольно было. О, как вкусно пахнет. Все, мы сходили в баню. Сейчас мне осталось еще сделать один салат. И уже буду наряжаться, делать укладку и будем накрывать на стол.